Здравствуйте! Небесная канцелярия внимательно следит за всеми переменами погоды. Поделиться прогнозами на вторник с вами готова я, Ирада. И сегодня партнер рубрики «Сбербанк России». 16 октября, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается до 3 градусов выше 0. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 7. Облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 757 миллиметров ртутного столба. Для владельцев водного транспорта и любителей рыбалки сообщаем, во вторник полная вода будет утром в 6 часов 20 минут и вечером в 18:32. Малая вода ночью в 0 часов в 28 минут и днем в 12:50. Завтра, по словам астрологов, один из тех дней, когда даже слабости можно использовать в своих интересах. Просто нужно проявить немного изобретательности, и успех обеспечен. День подходит для проведения деловых переговоров, а потому самое время зайти в офисы Сбербанка. Специально для малого бизнеса Сбербанк предоставляет кредит доверия на любые цели без залога. Развивайте ваш бизнес при поддержке Сбербанка. Начало недели вознаградит вас новыми впечатлениями. Это и придаст сил в дождливую осеннюю непогоду. Но на всякий случай не выходите из дома без зонта. Увидимся завтра. До свидания.